Все, давайте, зам, капитан, говорит, остальные так. Угу. Ну, как обычно. Я на стандарты не хожу, жирок маленький. Да-да-да, матросы на дальнем. Я под розыгрыш, я подхожу, яйца под... Угу. Угу, зовут. Оранжевый синий? Да. 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 Спин, так, держите ТЗшники. Сегодня сейчас мы на стадионе Дебутарки. Добро пожаловать домой к Лиганес. О таких матчах много говорят перед их ТЗ бот и ЛЗ бот. Оправдаете эта игра наши ожидания, Георгий? Знаешь, мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированы, ставки высоки, как никогда. Я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил. Разберите же. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Вбегать будешь. Он за спину будет уходить. Через короткий пас разыграли. Хорошо. Не получилось у них мяч удержать. Не пропить по позиции. Я назначаю штрафной. Карточка вряд ли. Угу. С ближним. Попас Татополос. Шире игру стараются развернуть, мяч на фланг. И дает переводить игру. Играть, остаются они с мячом. Это штрафной, там... а карточка... Попробуй навесить, да-да-да, вот на точку сюда. Да-да-да. Молодец, защитник, выносит мяч. Можно прям еще дальше чуть-чуть. Вот, да, хорош. Без мяча остаются они. Вперед игра идет, мяч у атакующей стороны. И без мяча они остаются. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится вставать предупреждение. Выйдите повыше. Какие? Коротким пасом разыграли. Не смогли они мяч удержать. Тащит он мяч вперед сейчас. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас. Ну, тихо, тихо, тихо. Можно играть, показывает арбитр. Спокойно. Диас. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Вводит мяч. Блять. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось, они просто потеряли мяч. Центральный, смотри. Опустили его. Сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Очень здорово пробил игрок, весь вложился в этот удар, как из пушки. И ни единого шанса не было у голкипера, чтобы спасти свою команду. 1-0 в нашей игре. Смещается в центр, ну, видимо, будет бить поворотом. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и все.
Лан. Хороший пас вверх, он в атаку со своей половины поля. Выручил он свою команду. Меняют они стороны атаки. Есть кому в атаке помочь. Играет он на партнера. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Как здорово он игру читает. Хорошо он идет вперед. Нужен навес. Не дошел до адреса. Голкипер на высоте. Нелегко. Давай, Цап, подходи. И разыграть решили угловую. Дальний. Ну, в защите нас. Совсем не получилось. Ух, зря. И все хорошо было в этой атаке, но в створ ворот он не попал. Удар у него явно получился не таким, как он рассчитывал, и мяч пошел мимо створ ворот. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мяч потерян. Отдает он мяч партнеру. И как он дальше мячом распорядится? Хорош. Бей, Паш. Это пенальти абсолютно справедливый, а вот карточку судья почему-то не дает. Да, надо, конечно, ты. И голкипер берет пенальти. Да, взял пенальти, наверное, уже может... Так. На коротке решили разыграть угловой. Вынос, мяч не задержался. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Пас назад вратарю. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Неплохой заброс вперед. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. И разрезающий пас на ход. Великолепный проникающий пас. Хорош. Но есть возможность добить мяч в ворота. Очень неудачный пас прямо в ноги соперника. Важно подавать тут. Второй темп. Играет в пас команда. Теряют они мяч. Ну вот сюда пришлось отойти. И на спину держи. Мяч. Хорош матрас. Переводить. Пошире они играют, мяч на фланг. Эффективен высокий прессинг сейчас. Вводит мяч у них. Пол команды обыграл. Ничего себе. Ай, хорошо. Вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. Не стал он подавать через пас угловой разыгрыв. Подача в центр штрафной. Голкипер забирает мяч. Сорян за пенку. Нормально все. Я не знаю, что на так быстро вхуячил, блядь. Я в угол уводил, блядь. Блядская FIFA, блядь. Похуй. Сейчас отыграемся. Спокойней так. Мы тоже как-то, блядь, упустили Хируин, блядь. И между нами оказался, блядь. Коди перекрывал. Такое, блядь, на грани. Они во втором тайме хуже играют всегда. Ну, даже ты понимаешь, Толян, не удержишь ее в динамике, блядь, рядом с собой. Ну все, давай, играй. После. Продолжается наш матч, второй тайм.
Игра в пас одна из его сильных сторон. Блядь, сори. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Хорош. Ну да, продолжаем сейчас. Я, блин, вылетел. Все только начинается. Соединение разу. Чуть сетку не порвал он этим. Зашибись просто. Ладно, продолжаем, играем еще. Играем. Точно по центру ворот. У них Фил вылетел. А, нет. Кто у нас вылетел-то, блядь? Соп. Соп. Глик. Отдает он передачу. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Рез тут должен последовать. Не смогли они мяч удержать. Фланг. Хорошо. Все возможности для контратаки перед ними. Есть. И что дальше тут будет? Хорошая атака прерывается. Вадик, ну делай, что лишнее движение уже вышло, пробей, блядь. С умом он мяч отдает. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Влад. Диас. Есть кому в атаке помочь. А есть в середину штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Не бомбан. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Здорово защитник играет. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Здорово сыграно в отборе, аут. Можно мяч в штрафную навесить. Ищет возможность для удара, судя по всему. Совсем бля, почему он не потянул, блядь? За пределы поля. Мне кажется, в офсайде вроде бы. Да нет. Неплохо. Суарес. Второй там, смотри. Пас, команда. Хорошо мяч вперед тащит. Отлично, игрок заблокировал этот удар. И отличный шанс у них вперед. Больших разбери. Очень хорошо сейчас слышно болельщиков. Пиндец там. Хотя бы тому, что... Дальний, дальний. Судья на линии показывает аут, хотя мне показалось, что угловой. Голкипер отбивает мяч, куда подать. Сорян, в руки не брал. Дальний, смотри. Самое скопление игроков, угловой пол. И выносит мяч защитник. Есть. Блять, ну. Давал прям на тебя, пиздец. Там ник на твоей траектории стоял. 20 минут осталось играть. Глик. Катают они мяч. Отдает он мяч партнеру. Спокойно и четко играет вратарь. Бля, вот когда, сука, отдаешь, открыл, блядь. Потом видишь, что он напал. Дорожите мячом. Это штрафной. Ну, а куда я дам там все далеко? Вроде как 200. Ну, просто выводите. Я, давай я туда грузить буду. Не знаю. Отлично, защитник сыграл и разрядил ситуацию. Прошли последние 15 минут.
Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Да, это был удар. Ну, забрезаем. Левая есть. Мяч. Мяч за боковой линией. Неплохо, сейчас команда контролирует мяч. Играют они в пас, вводят мяч у них. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Отдает он передачу. И это удар. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Ощущение такое, что команда осторожничает. А времени осталось совсем мало. Да что вы все. Идут в атаку они. Второй темп. И как пробит. И вот он гол в концовке. Отлично было сыграно. И они выходят вперед. Очень непростой момент сейчас для соперника. Ведь времени у них почти не остается. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Хороший пас на вход. Блять, отдай что. На вынос играет защита. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Разгадали замысел соперника, а они не завладели мячом. Две минуты добавляют. Да. Мяч у соперника теперь будет. Все, вперед пошли. Как же вовремя защитник перехватил передачу, спас просто. Да, честно. Бля, сроки бавлю. Просто ну, бля, поражение, нам нечего, я пинку не забил бы. Обрезов, ужас сколько. Я меня оббежал, как это.